Руководители краевой филармонии на несколько часов заняли места кассиров и лично продавали билеты посетителям. На такой шаг директор Юлия Кулакова и начальник одного из отделов пошли для того, чтобы в деталях рассказать зрителям о предстоящих концертах, гастрольных планах или даже о конкретных произведениях. Подобную акцию руководители филармонии намерены проводить ежемесячно. А с сентября будет запущен еще один необычный проект под названием «Театр начинается с вешалки». Суть его в том, что вся администрация филармонии раз в квартал будет перевоплощаться в гардеробщиков и также общаться с посетителями. Ну, я же должна вам рассказать обязательно про наше лето. Вы можете себе представить, что летом в нашем городе вы сможете весь июль посещать органный зал? Можете представить? А 1 июля, я думаю, это просто необходимо. 1 июля у нас будет ночь в органном зале. Ведь это же очень интересно. С 10 вечера начнутся концерты. Вы слышали про пластинки Voyager? Золотые пластинки Voyager, которые впервые запустились в космос в 78 году. И 24 фрагмента музыки, которые на них расположены, часть из них будут звучать именно в эту ночь, но в исполнении органа.